Ми вже розповідали вам про те, що 16 вересня словочани, які були на центральній площі, могли побачити відеомепінг на фасаді кіноконцертного комплексу. Відеомепінг – це напрямок в аудіовізуальному мистецтві, що представляє собою 3D-проєкцію на фізичний об'єкт навколишнього середовища. Скоригований образ об'єкта проєктується на реальний об'єкт, що дає ілюзію зміни самого об'єкта. Кіноконцертний комплекс цей вечір виглядав абсолютно невпізнаним. А вранці в п'ятницю ми зустрілися з куратором медіа-арт-частини ОФР Олександрою Халепою, і вона розповіла про авторів цього відеодива. Работав над этим проектом художник Ярослав Костенко. Он занимается профессионально маппингом и виджеингом, и он является также куратором нашей творческой студии. Вот поэтому это его профессиональная деятельность. И вот как раз в рамках вчерашнего мероприятия он попробовал показать тему как раз сюрреалистичного города, то есть заявленную, то есть поскольку мы приглашенные гости, да, и у нас была тема определенная, и он попробовал выразиться вот как раз посредством таких моделей, и которые он заранее разработал, а потом он интегрировал это все видеоизображение, это все в режиме живого времени, то есть ни разу оно не повторится, даже если будет одни и те же образы, все равно сам... И музыка будет другая, и видеоряд будет другой, потому что это всегда вживую делается. По сути, это, скажем так, переосмысление города, переосмысление ну, даже человека в этом городе, и, так сказать, трансформация его, и переосмысление самого издания. Ну, вы видели, там и деконструкция была, и собирание обратно. Ну, то есть это как раз вот то, чем выделяется маппинг. То есть есть вот виджеинг, а есть маппинг. Маппинг, он работает с архитектурой здания, а виджеинг – это непосредственно под музыку звукореактивное изображение, то есть это как видеоарт в режиме live. Вот. А маппинг – это уже работа с архитектурой. То есть, да, это именно был классический маппинг. А
музика, яка супроводжувала демонстрацію відеомеппінгу, теж суцільна імпровізація. Там використано і ambient, і experimental, і IDM, ну, тобто такі направлення музики і, скажімо так, інтеграція тих направлень. Ну, в основному це експериментальна музика. А вот авторы музыки – это «Мокрі дерева» псевдонім и VRTS. Ну, на самом деле, VRTS – это Богдан Ячхенко, а «Мокрі дерева» – это Юрій Тимошенко. А ввечері 17 вересня в кіноконцертному комплексі пройшла презентація робіт, розроблених в рамках резиденції. В рамках нашої резиденції в течение недели ми действительно його изучали в художественном смысле, то есть художники, они делали фотогеометрию зданий и некоторых даже внутренних пространств, вот, это такое 3D-изображение, вот, которое с этой фотогеометрией, они ее интегрируют, скажем, в свои работы, и, например, одна из работ будет видеоскульптура, то есть в центре площади она будет, но она это по видео будет, то есть она физически не будет. И вот как раз Игорь Соколов, он попытался собрать текстуры города и объединить их в определенный такой визуальный стиль, как визуальный код каждого квартала, и объединить скульптуру. То есть это как бы такая виртуальная скульптура города в городе. Александр Сираус, инсталляция вот эта с телевизорами, и Павел Гунько, они совместно делали эту инсталляцию, но задумка Сашина, задумка создать город Twin Peaks. И как раз вот эти визуальные образы, которые на каждом из наших мониторов, да, это видеозаписи камер. Да, и он это все интегрировал как бы в видеоигру, с которой можно взаимодействовать, то есть с помощью компьютера вы сможете это все попробовать, да, когда при открытии. Вот. И он попробовал таким образом через игру выйти в третью позицию и, скажем так, вот в такой форме сделать работу. Но работа, вот это она центр композиции нашей выставки. Вот также у нас работы в дополненной реальности, виртуальной реальности. Вот, например, Виталий Янковой представит работу. Он тоже сделал такую своеобразную скульптуру из уже не из паттернов города, а именно из форм. То есть он использовал, например, вот это здание, которое у вас в форме цветка, потом, ну, разные такие элементы, которые, скажем так, такие якорящие в городе. И он попробовал сделать такую комплексную структуру и скульптуру из этих элементов и сделать ее в дополненной реальности. Вы сможете ее тоже тут посмотреть. А чем поцікавились, а чем вразило наше місто її куратора, медіа-арт частини ОФР? Я вообще по образованию архитектор-градостроитель, поэтому мне понравился город в комплексе. Да, и мне очень понравилось то, что вот каждый район имеет свое лицо, да, и каждая страна это лицо попыталась, так сказать, изобразить в своем квартале, в своем районе, и это видно. И очень уникально также, кстати, говоря об апофеозе империи, вот здесь, несмотря на то, что это как бы город создан еще в советские времена, но
Здесь нет символик таких вот именно, которые присущи другим городам. И он чистый. Он больше похож даже на европейский город. Вот даже ребята, приехав сюда, они говорят, что это как европейский, да, европейский город, возможно, в Эстонию. И еще очень интересно, вот, кстати, один из наших художников, Павел Бестужев, заметил, то, что здесь, несмотря на то, что город маленький, но масштаб большой, тут широкие дороги, тут большая площадь, то есть тут его строили по масштабам, есть воздух, его строили по масштабам большого города, но при этом он как бы маленький. И тут, хорошо даже себя чувствуешь, потому что нету нависания вот этих давления, высотности, и тут чистый воздух, как мы знаем, это лес, на основе леса сам город построен. То есть это фактически это не парк в городе, а мы в парке живем. Да, поэтому мы в лесу живем. И действительно, художники и я в том числе отметили то, что после Киева достаточно такого урбанизированного и очень быстрого здесь вот отдыхаешь, несмотря на то, что достаточно интенсивная программа у нас была по резиденции, мы действительно здесь особый дух.